עכשיו אני רוצה ללמד על נושא שהוא קצת קשור לחגים שלפנינו. Я хочу сейчас учить э, э, то, что связано с праздниками грядущими. לא, נושא שמתאים לחגים. С темой, которая связана с праздниками. Подходит для праздников. Подходит для праздников. Эмуна. Вера. Мазут эмуна. Что значит вера? כשקמה מאיתנו לפני הרבה שנים нас, назад, כשבאנו לאמונה במסגרת כריזמטי מי זוכר מה זה הדבר הזה? Системе, אז אנחנו זוכרים שדיברנו על אמונה כמו שאיזשהו כוח И мы веру воспринимали как какую-то силу, которую мы можем получить от Бога и с помощью этой силы совершать чудеса знамения. Михабер, манула, хашмали, и знамения. Когда ты электрический двигатель, двигатель э, вставляешь в электричество, он начинает работать. Alors... Ми, тану, и некоторые из нас выучили это таким образом. Кто помнит? Есть, אנשים, Есть некоторые הרבה. люди. Мы думали, что вера ⁇ это субстанция, которая сходит на вас, и ты начинаешь делать вещи. وأхарей, улай, митану, не И некоторые из нас э, разочаровались в результатах. Мы, потому что пытались что-то сделать. Им с полной верой. Лаким, мина Практически воскрешать мертвых, э, чтобы они ожили. И это не произошло. не произошло. И есть люди, не все оставили путь веры, но есть те, которые очень ослабели. И что значит вера? Как ее понять? И вы знаете, есть книга, которую написал один Роберт Лиардон. улай вы слышали о этой книге. И он олуфена o... aluf... есть книга которую написала роберт леардон и книга называется генералы веры они ди я пролистал эту книгу это очень давно в و... И она мне не была сильно интересна. Но сейчас, когда я начал готовить эту проповедь, открыл эту книгу, она находится онлайн. И да, я прочитал ее с удовольствием. если у вас есть возможность прочитать ее, прочитайте. כותב איך אלוהים משתמש בכמה מהאנשים ב-1850-1870 И шихадья холасот мале И один человек мог делать великие вещи. Блин интернет, блин клюнкил, блин о технологии, о шеланье мою ноги им без технологии без интернета они достигали тысяч, десятки тысяч людей. Ве кшани хошев, воль зани хошев. Вау, кама хазаки И когда я думаю про это, я думаю, какие они сильные. А вальмия то кама холашим. И потом я сразу начинаю думать, насколько слабые мы. Или, возможно, период был другой. Может быть, Бог дал им такие способности. Там рассказывается про одну женщину, которая не была, ее звали Мэри, она не была очень образованной. ובכלל לא נתנו לא... לאישה לעמוד בבמה אבל פתאום התחזקה באלוהים והתחילה להטיף בשורה מאוד פשוטה ואלוהים פשוט השתמש בה בכוח עצום

практически ничтожеством по сравнению с ними. Или просто времена изменились. Есть очень интересное место в книге Откровения в третьей главе. Иешуа говорит через Иоанна общине в Филадельфии. Он говорит, у тебя нет очень много силы, но ты верен. Есть общины, которые наполнены силой, но ты филадельфийская община не очень сильная. иман, но ты верная, и ты держишься верного и правильного пути. Это все очень актуально. Есть времена, и есть одни или другие времена.

Мин субстанция, кварди барти. Первая, как я уже сказал, такая субстанция, которую ты принимаешь. И через эту веру ты можешь совершать чудеса и знамения. Они хотят, есть бенейну анашим. Я думаю, что среди нас есть люди, которые видели, как это работает. Что в один день это наполняет. Ты говоришь, слова это происходит. А на следующий день уже ничего нет. Или была какая-то, был какой-то период бумем курем бум бум были были такие наплывы когда все вокруг тебя менялось аваль гам милая муна бакетвей синоним а второе направление, синоним также слова веры, это когда ты принадлежишь Господу. Хай, им когда кешер... ты живешь на связи с Богом. דרך... נכונה, חט, когда ты оставил грех и неправильный путь. להגיד, и также можно сказать про такого человека, что человек живет в вере. נסתכל גם על זה גם על זה אם הוא פסמוטר מנהה את עינתו בכתבי קודש לפי דעתי הדרך השני חיים משויכת לאלוהים זה הרבה יותר חשוב וחזק А по моему мнению, постоянная жизнь в и следование за Богом намного более важна, чем иногда случающиеся чудеса и знамения. Но, а это субстанция, бишвиль, ши не сим Мы, я думаю, что заходим в такую эпоху, когда да, нам нужно просить у Бога обновить эти э, взрывы чудес и знамений среди нас.

Например, когда он созвал армию из 300 чуть больше человек и победил армию пяти царей, которые захватили лото. А невозможно это физически сделать. 318 солдат не могут победить пять армий, которые собрались вместе. Но когда наполняет их вера, הם... они могли это сделать. Мы читаем подобные <coughs> рассказы про Янафана и Давида. Когда они Сова, Когда они начинали какой-то бой, и маленькая группа людей побеждала огромной армии. Зелёка шур рак Это не только с войнами связано. Анахну курим ему Мы часто читаем про то, как Иешуа говорит, примите веру и совершайте это и это. Милат шлиха ми Иешуа, в вау, раину эх анашим нир па им, вешидим юцим анашим. И 70 последователей, которые приняли это обязательство посланничества, они потом приходили и говорили, мы видели, как исцеляются больные, и бесы повинуются нам, Господи, об имени Твоем. Кши анахну ми добрым эмуна кмо эзишу субстанция, ши холаги ларедет алейну. Когда мы говорим про веру как субстанция, которая может э, спуститься на нас. Хая <свист> بينايش, شلي, ليوت, ليوت Мне кажется, что нужно подвергать эту веру э, скептицизму немножко. Все проверять. حبيبانين, Есть люди, которые очень такие легкие, легко все принимают. Колей دברים, и они легко заходят в транс и э, в, в подобные вещи. Э, которые просто расчувствовались из-за присутствия Святого Духа. И, возможно, исцеление не произошло, но они что-то почувствовали и провозглашают, что они получили исцеление. يوم يوم, улай шבוע, улай шבוע. И нужно да, быть немножко скептичным и проверить этого человека через день, через неделю. Но, Но не быть тоже через чур скептичным, потому что мы доверим, что Бог способен совершать чудеса знания. И мы да хотим этого. Просто, мы просто не хотим, чтобы все было э, через чур не знаю, как сказать. Хавивани. <связь> ну, на таком, на, на автомате. <связь> а? Чтобы это не было как игры. Чтобы не было как игры. Они юдея, они бы от они банкир от Арбеанашим.

Давайте мы откроем Евреям 11 главу и по, прочитаем 33 стих. Прочитаем с 29 по 33. 35 даже. 35? Mm -hmm. Прочитать? Да. «Во имунах они пронесли море, как о веще. Мицария Верую, перешли они черное море, как по суши, на что, покусившись, египтяне потонули. Верую, палестинский ерехонский. В послании 32. У меня нет времени говорить о всех чудесах и чудесах, которые называют Гидон, Барак, Шимшон, Ифай, Давид, Шмуэль и других в 32 стихе написано, не мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других пророках. <реку> Произошло что-то невероятное, какой-то взрыв, и невозможно описать его человеческим языком. Харизматич. Когда я был молодым и искал различные вещи в харизматическом движении, был учитель, очень популярный, его звали Хен... Кеннет Хейген. Хейген. И через него действительно происходили чудеса и знамения. להכניס את הדברים האלה לפורמולה, תעשה ככה, תחשוב ככה, תאמין ככה ויהיה לך. (אומר בערבית: יום פרפתלסיה צ'י דיסה, אז אני אסתיר קקעו את הפורמולות דל"י טאג, דומי טאג ואירי טאג, איכות פרס חדית תגידי שם). אבל באמת כשאנחנו קוראים תנ"ך, אז אין פורמולה, אנחנו יכולים כן לראות אנשים מאוד מאוחדים, שאלוהים כן נתן להם что Бог дал эту субстанцию, которая называется в Танахе дар веры. И они использовали этот дар веры на протяжении многих лет. Они да, может быть, совершали какие-то ошибки, но также совершали многие чудеса. Как Ли -Ардон, который пишет про этих божьих генералов, которые жили 200 лет тому назад. Но когда мы говорим про нормативных людей,

Автоход Низху Арают, которые верой побеждали царство творили правду, получали обетование заграждали уста львов. Икшилуэш Низху Херев Аюха Заким Бамилхама Веки Блу Митим э, Угашали силу огня, избегали острея меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Лебена дамще,

хорошо бы ему получить такое лекарство, которое тебя может держать на плаву. Особенно если это хроническая болезнь, я сейчас не говорю про грипп. Но сейчас и есть такие виды гриппа, от которых также люди могут умереть. Анахну, и вот мы принадлежим Господу. Но ладно, Михадаш. Мы родились свыше. Хавину, Хавину, Рабим Хавину. קשר עם רוח הקודש אנחנו משתחווים פה בשבתות או לא יודע ביום אחר אתה מדליק מוזיקה ואתה מרגיש איך רוח הקודש ממלא אותך אבל לא רבים מאיתנו מעזים ласот машу ме маши карану агшаб. Но не у многих из нас есть смелость попытаться сделать что-то и того, что что мы прочитали сейчас. Кому ван бам изгерет мишпаха, мишу холекца, шампо, митпалелим. Конечно, за свою семью или друзей, когда кто-то заболел, мы молимся. Валь, помим работ батанах катув кше есть шинуй зманим. Но часто в Танахе написано, что когда есть изменение времен, акцана, маши обострение ситуации. Есть обострение того, что происходит вокруг. Тогда Бог дает дар веры другим людям. И очень важно быть к этому открытыми. И сейчас я хочу поговорить про веру не как дар или субстанцию, а про то, как жить жизнью веры. Когда нет ничего великого, что происходит вокруг, но нельзя отчаиваться. Женя, когда я забрал Женю из аэропорта, то он мне в машине рассказал. Что один из парней, который участвовал в этом проекте Нэшер в Техасе. А Марло, они митяешь, я не I speak, I Он сказал, что я отчаиваюсь, потому что я верю, но когда я молюсь, я вообще не чувствую Бога. Есть ли между нами такие люди, которые также чувствуют? Вау, им они ломаргиш, и вы когда молитесь и ничего не чувствуете, вы думаете, или я молюсь, а никакого Бога нет, или я недостаточно достоин перед Ним, или вообще я живу на какой-то луне. Есть рассказ о том, что когда Иешуа воскрех из мертвых, Частично ученики увидели его, частично нет. И один из тех, который не видел его воскресшим, был Фома. И он сказал, если я не... Он говорит, если я не вложу свои руки в твои раны, если я просто не потрогаю тебя физически, я не поверю. И вдруг еще появился среди них и он дал ему потрогать себя. Он увидел, что это его пронзенная рука, и он состоит из плоти и крови. И тогда в шоке Фома сказал, «Ты Господь!» И тогда он, наверное, просто сказал, «Боже мой, ты действительно Господь!» И еще тогда сказал ему что-то очень интересное. Кто помнит, что Ишо ему сказал? Он говорит, ты поверил, потому что ты почувствовал

это намек, что ты без даже переживаний и чувств верно продолжаешь идти за ним. Я уверен, что между нами тоже есть такие люди. Я могу сказать, что согласно словам Иешуа, вы более счастливые, чем те, которые ходят чувствами. И потому что вам Бог дал такой уровень веры, что только прочитав то, что написано в священных писаниях, вы согласны и поверили в это. Уматим Почему я сказал, что э, тема сегодняшней проповеди подходит к праздникам? Потому что события праздников произошли более трех тысяч лет тому назад. И нифлеаот, это чудеса и знамения. Теории, Но мы знаем про эти чудеса и знамения только в теории.

Парик, äh, псуків 12 і 12, 13. 12-13 стих. «Муде Елогей Аав, що кара отану лі іштатфут бі Єрушат Кдушім бі Ор, ві шіу шихрер отану мі кох шел хошер, фі іхніс отану лі малахут хабну ахувон». Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Когда мы учили алгебру, было понятие, есть такое понятие константа. Это что-то, что не меняется. Им за константа за

Бум про жизнь Давида и Самсона и Гедона. Но также Евреям 11 глава говорит про эту постоянную жизнь, когда человек в вере продолжает идти за Богом. Давайте обратно откроем Евреям 11 главу. И мы читаем ‫שם כתוב, באמונה, נוח קיבל התגלות ‫על מה שעוד לא היה נראה, ‫ובנה תיבה, ‫והוא עשה משפט לעולם כולו. ‫לא, לא, לא, שבע, על נוח. Слыха. Веру Ной получил откровение о том, что не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ее осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Почему я здесь говорю про веру не как про Бума, как про образ жизни? Кто помнит, сколько лет Ной строил ковчег? מאה שנים. סטולט. מאה שנים אתה לא יכול להיות פיזי בבום. אתה לא יכול. כאילו אתה לא יכול להחזיק את הכד הזה מאה שנה כל הזמן באנרגיה. Продержать сто лет это невозможно. А если два дня кто-то продержится, то это вообще супер. Но есть среди нас люди, которые получили руководство с небес, и у них был огонь. Но потом этот огонь прошел, но мы продолжаем идти. Я это чувствовал в связи с Алией. Когда мы репатрировались в 90-м году, и у меня были только розовые очки, я помню, как я с каким удовольствием все принимал, но потом этот бум сошел. И я помню, как я работал в одном здании. Бинья на строительстве. А и типа Эль был рабочим строителем. В бикшуме меня лави тир хлахин тир и меня цемент попросили приготовить цемент. В они алители арет с Мрига и я Хаим Кайле Я с Алию совершил с Риги и там была очень хорошая жизнь. В они мималета кадазе кадазе и маем бешвилахин это тех, и они мотки левкот. И я наполняю водой этот, э, это ведро для того, чтобы приготовить цемент и начинаю плакать. Ки они моргиш, маки бальти. Потому что я сижу и думаю, вот до чего я дошел, что я получил. <теклама> я думаю, потому что я думал, что вера это всегда бум. <теклама> и тогда в такие моменты наступает депрессия и разочарование. <теклама> Бифנים, и я помню, как дух внутри начинает молиться. Зохер, эх, азе, им и я помню, как я это ведро наполняю водой. И молюсь на языках. Ахуц, мерзию, что хитмала, руах и когда uh, вода уже начала выливаться наружу, я чувствую, как дух наполнил меня.

им, Авра, им, Ицхак, ве им, Яков, ве -им Что вера он поименовался призванию идти в страну, которую не знал. И там он жил с, с Исааком и Яковом, и эта жизнь не была простой. А хаим, что ше синоним шила эмуна, Хаим и Мелухим злета миткаль. И жизнь в плане синонима веры, она не очень, э, не всегда легкая вещь. А то пашут мамших. Но ты просто продолжаешь. Авал злерак пашут. Но это не не только просто. А то царых тамид лихапес кешер кешером Мелухим. Тебе нужно всегда искать связь с Богом. В они умер лахем за уфтах за автаха. Я говорю вам, что это обещано

И иногда нет этого бума, но ты знаешь, что Бог ведет тебя. מרגיש, hey, хохма, Адонай, و... و... Бина, مشамай, и ты чувствуешь, как uh, мудрость и разумение и uh, знания наполняют тебя. И... и ты не говоришь об этом. И если ты получил это, не нужно об этом писать книгу и говорить, я получил мудрость. Интересное что-то. Вы знаете, что четыре Евангелия, которые есть в Новом Завете, они вначале были без э, имен. Только через несколько сотен лет и тихо ли кто взял, написал Маркус, Лукас, Лукаса я ядуа Начали говорить, <coughs> что это послание написал Марк, это Матфей, только про Евангелие от Луки знали с самого начала, кто написал. Почему не знали, кто какой Евангелие написал? Потому что ученики э, решили оставаться в тени хухма в бинами шамаем машира от хаба цель это ло это фанфара в кого данщим мудрость и разум с небес оставляют тебя в тени ты не ищешь человеческой славы Потому что ты чувствуешь, что ты удовлетворен тем, что Бог познал тебя ли унах ну них нассим ли форматлаулама колиру 10, слев мелев у миллион лайки поэтому не нужно стремиться за форматом этого мира когда каждый хочет чтобы у него было 10 тысяч или 100 тысяч или миллион последователей лайков эти лайки не важны. Нам нужен только один лайк. Чтобы Бог сказал, ты есть верный и добрый раб. Когда ты говоришь, отец, дай мне мудрость, как поступить и что делать сейчас. רשימת מתנות רוח د... دаров, יש כזה מתנה שנקראת הבדלת רוחות יש דר, והמתנה הזאת יכולה לעבוד בצורה שונה זה גם יכול לעזור לך להבין עם איזה רוח בן אדם בא אליך? ו, ä, לפעמים בן אדם מדבר אליך מאוד יפה אבל אתה רואה שזה הכל טריק Иногда человек говорит тебе очень красиво, но ты чувствуешь, что там все это какой-то трюк. А иногда ты человек просто говорит какие-то простые слова, но ты чувствуешь, что сам Бог послал его. И поэтому нам нужно этот нам нужен этот дар, чтобы понять, что важно нам. Есть много э, спикеров. ללמוד, לחפש, כלхи, эмуна, и я, 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 я хочу ободрить вас, действительно слушать и искать, и понимать, что значит вера для тебя. <и> שיטת חיים או צורת חיים זה הרבה יותר יציב וחשוב. (אומר בערבית ומתרגם:) ובומים הם יכולים להגיע А вот эти вот всплески веры, они также по дороге могут прийти. Если мы достаточно открыты, то Бог будет нас использовать. Давайте еще раз откроем Евреям 11 главу и прочитаем первые три стиха. Эмунахи

который избрал меня, чтобы идти за ним. И я согласен принять его волю. Им И с чудесами, и без чудес. Есть что-то очень интересное в Торе. Написано, если придет пророк, и покажет тебе величайшие чудеса и знамения. Но вместе с этим он укажет тебе другой путь поклонения другим богам. То этого э, пророка нужно истребить из среды своей. Поэтому э, корень э, чудес может быть разный. В

Здесь написано, что верой засвидетельствованные древние. Чилу М и <ин> не поняли значение веры. <ин> они поняли, что самое главное это принадлежат небесному царству. <ин> Но они также были открыты иногда для чудес и знамений.

<itheater languages> И я тогда сказал ему, как ты можешь такое принимать? написано в послании к евреям, что Бог все сотворил Словом. И нет никаких доказательств эволюции. Просто не существует. Я читал, как один я читал про одно исследование э, того, что написал Дарвин. И этот человек говорит, Дарвин сам не верил в эволюцию. Но просто взяли его мысли

Ал эволюция, Эй, но там Нет никаких доказательств научных не эволюции, не Великому взрыву, ничего такого нет, не существует. а есть сам. Есть очень известное выражение, что ש... Танах зелосефер для биологии о что Танах это не книга о биологии, медицине и физике. Это Но это не так. Она, это, не, это действительно правда. Но это не значит, что все, что написано в Танахе, нам нужно принимать аллегорически. А, потому что в основном, когда мы читаем, потом говорят, э, да, про это мы читали. Но человеческая гордость не может смириться с простыми вещами, что мир сотворен Божьим Словом. Я хочу завершить. Эмона, вера, Эмона ке хаим. как жизнь, Зе басис леаколь. это основа для всего. Эмона ке субстанция ле нисив венифларот бавакаша ши Вера как э, субстанция для чудес и знамений. Э, Пусть в дополнение к жизни Бог нам, нам и эти чудеса и знамения. Мы должны быть открыты, но с определенным скептицизмом. Тогда мы можем идти здравым путем. Я хочу помолиться. Мы можем встать.